Выпущенный на АвтоВАЗе. Еще пару лет назад это казалось невероятным. А теперь, пожалуйста, знакомьтесь, Альмера родом из Тольятти. Дизайн приятный, по-азиатски раскосые фары, обтекаемый кузов. Но стоит отойти в сторонку, и возникает диссонанс. Уж очень маленькие тут колесики для машины таких размеров. Ведь длина Альмеры превышает 4,6 метра. Конкуренты Volkswagen Polo Sedan, Kia Rio и Peugeot 301. Интерьер сюрпризом не стал. Ничего не напоминает? Правильно, это почти точная копия Renault Logan. И это грустно, ведь от Nissan подспудно ожидаешь чего-то продвинутого, японского, современного. У водителя найдется немало поводов для критики. Это и кресло с небольшой боковой поддержкой, и отсутствие у руля регулировки по вылету, и расположенные почему-то на центральной консоли клавиши электростеклоподъемников, и установленный под ручником блок управления наружными зеркалами. Все это неудобно. Зато Nissan ошарашивает невероятным простором на заднем диване. Такого запаса пространства в этом сегменте больше не встретишь. Багажник тоже впечатляет вместительностью. Кстати, с нынешнего года спинка задних сидений стала складной. В отличие от конкурентов, Альмера не предлагает альтернативы в выборе мотора. Под ее капотом может быть только бензиновый двигатель рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 102 лошадиные силы. Кстати, этот мотор заимствован опять-таки у Логана. Но если французскому седану в силу компактных размеров его вполне хватает, то у более увесистого Ниссана ощущается сердечная недостаточность. Альмера набирает ход без искорки, спокойно и задумчиво. Не выручает даже пятиступенчатая механическая коробка передач. Зато благодаря лучшей шумоизоляции в салоне сохраняется покой и тишина. Над настройками подвески ниссановцы потрудились на славу. Это понимаешь уже с первых метров пути. Подвеска Альмеры легко и даже как-то буднично расправляется с разномастными дорожными неровностями. Ни бугры, ни ямы не являются проблемой для шасси Nissan. Еще одно преимущество модели – приличный дорожный просвет в 16 сантиметров. Альмера понравилась приятным дизайном и простором салоне. Вот только если бы не интерьер, все-таки от Nissan ожидаешь большего.